Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на Вандеркейс. У меня на балике 5114 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы его подняли с 1000 рублей. А сегодня, надеюсь, мы сделаем еще X5 к балансу. Потому что в прошлом видосе мы сделали X5 к балику. Но это, конечно, 25 тысяч. Если мы поднимем сегодня 1010-15, я уже, в принципе, буду доволен результатом. А ладно, полетели со старта. Человек-бензопила. Это мой любимый кейсик на Вандеркейсе, потому что он так прям стабильненько, хорошо выдает. 5 штучек на 4000 рублей. И в идеале прям в начале хорошо окупаться. Так, ну на самом деле падает 2 дракона-предводителя неплохо, а все остальное дерьмо, да, 3700, еще 5 штук. Так, АУ динамика, XM спокойствие, ну что-то 3300, еще 5 быстро, может быть, окупит, не? Да нет, 3200. Что-то как-то я похвалил этот кейс в начале, а он начал меня сливать, что это такое, мужик? Может, выдавать надо? Сука, 2400. Охренеть. Ты можешь мне выдашь, но вот, вот, наконец-то, 4900. И еще 5, вот еще разочек, можешь? Так, Тимукау, неплохо. 4500, отлично, на балике почти 6000 рублей, но я бы хотел 6000 добить. Можно вот 2 кейсика добиваем чисто. 1800, да, на балике 6263 рубля. Мы со старта видоса делаем плюс 1000 рублей к балансу. А самое главное, начать ролик в плюсе, ибо как ролик начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете ввести промокод НКЛР и получить плюс 40% к депозиту. А раньше были промики на 20%, но сейчас мне лично повысили промик на 40%, и я считаю, такую халяву надо использовать, пацаны. Считай, депнули 1000 рублей, на балике получили 1400, вы со старта будьте в очень хорошем плюсе. На самом деле, плюс 40 процентов, это прям вот супер сильная плюшка к пополнению. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Также можете зайти в бонусы и подписаться на всех соцсети и получить 12 рублей сверху тоже на халяву. Мне кажется, хорошая плюшка. Так, ладно, полетели дальше открывать кейсики. На балике 6263 рубля. И давайте сейчас тройнем какой-нибудь ютубчик. 3 кейсика на 2370. Посмотрим, как он будет выдавать. Ну, чё-то как-то дерьмово он выдает, если честно. Ну да, 580, еще 3 штуки. Так, АТЭКС-9, ага. 5300, найс, оранжевое пламя стоит 5332 рубля, отлично. Вот это прям очень хорошо, еще 3 штуки. Но вот экзоскелет, экзоскелет и ССГ, это уже не то, что я хотел, еще 3 штуки. Так, P250 картель, P250 ядерная угроза, а, отлично, не, ютубчик так-то хорошо выдает, мы, может, даже сейчас десятку пробьем на этом кейсике. Ой, ну какие 3 топливных инжектора, ну, мужик, ну, сука, ну что ты выдаешь, еще 3. Ну, 2037, уже лучше, еще 3. Ву, а, это, ну это вообще дорого раньше стоило, но, походу, в цене упало. 3900, отлично, 6000, так, давай, вот 10 тысяч можно пробить на этом кейсе? Ну почти, это было... А, не, я пробил, да, на балике. На балике 10 093 рубля. Пацаны, ну мы уже сделали X2 к балансу. И такая минимальная цель на сегодняшний ролик выполнена. Я сегодня вот 10 тысяч хотел прям минимально точно поднять. Отличненько. Так, хорошо, а если сейчас тройнуть какой-нибудь Кадиллак, 5 штук на 4450 рублей. У меня как бы балик большой, могу себе позволить. P250 вроде дорогой, а вот все остальное, да, дерьмо. Ну нормально, там P250 меня сейвит, и мы выходим в плюс. Так, а я хочу сейчас на самом деле открыть какой-нибудь один кейс, но супер дорогой. Например, не, ну за 5000 это перебор, за 5000 прям супер перебор. А, давайте вот бускоин по одной штучке на 1290 покрутим, посмотрим, как он будет выдавать. Красный питон, ну вот это вроде так себе, да, да, 226, еще один, давайте. Может быть, ну конечно, тут, сука, ножик не докатится у нас, ну конечно, дефолт, еще один. Что-то Бузова меня сливает. Ну какой красный питон, ну даже название, красный питон, сука, это что за название это, еще один. Вот, темное цветение, это хорошо, вот это по идее дорого, да, сколько ты стоишь? 1600, отлично, еще один. Атомный сплав, слушайте, это до... Вот это уже пошло, 3400, отличненько, еще один. Вот сейчас реально уже пошло. Атомный сплав у нас долетает еще разочек, слушайте. 11 тысяч на балике, бускоин начал выдавать. Еще разочек. Ну, мертвые головы, а я хз, сколько он стоит, если честно. Ну, 893, еще один. Кровавая паутина, хз. Если хорошего качества, то будет нормальнее, 543. А, давайте попробуем апгрейдик. Тут, конечно, в идеале ловить апгрейды выше 60%, но в последнее время я ловлю и меньше 60%, и тоже этот процент очень хорошо выдает. Вот 37%, мне кажется, спокойно можно выпить. Я ж прав?
Ну я прав, я говорю, апгрейды на этом сайте, пацаны, это чудо, это просто чудо, по-другому не назвать. На Балике 11 219 рублей, и я сейчас предлагаю открыть какой-нибудь демон, 3 штучки на 1998. Ну, с демона мне падает так себе, да, прям супер так себе, еще 3 быстро. Понял, еще 3 быстро. Да сука, демон, что ты мне выдаешь-то, можно как-то получше хоть чуть-чуть? Еще понял, еще 3. Понял, еще 3. Еще 3. Ну да, демон меня сливает прям супер жестко на балике 7800. О, найс, 3400 выдал все-таки демон, слава тебе, господи. Так, на балике 10 352 рубля. И я предлагаю сейчас открыть пипе одну штучку на 3000. Давай, 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 давай ножик. Ну не долетит, сука, ну красный камень. Ну недорого же, да, да, 1000 рублей, еще один. Удар кобры не долетает, а пыльник это... Удар кобры хороший, кстати, он бы хорошо ставил. Ну что-то дерьмо падает, ну может третьего выдаст. Ну, удар кобры, это нормально стоит, я знаю, что это дорогие билеты. Сколько? 4600, отлично, еще один раз. Давай, давай, гамма-волны, если это прям какой-то там эмираль прямо с завода, будет, ну, 3900, нормально, плюс косарик, меня тоже устраивает, еще один раз. Дракон-предводитель, но он в жизни не будет стоить 3000, то еще раз. Так, черный глянец долетает, слава богу. И хз, сколько он стоит? 300. Ну, нормально, плюс 200 рублей. Но мне надо больше, чтобы выйти в плюс. Мне надо нам... Ой, автомат Галили, осторожно. Ну, вот это дерьмо. Да, да, еще один. Изумрудный кварц, ну, вроде дорого. Да, 8300, отличненько. Вот, вот это прям очень хорошо упало. Еще один давайте. 8300, это прям солидно. Закатная лилия, сильно сомневаюсь, что дорого, да, давайте еще один. Ну хотя 2000 даже для такого по 90, это ни хрена себе. Скоростной зверь, но он не будет 3000 стоить. Он точно не будет 3000 стоить, но можно пойти в апгрейдик и сделать из него 3000 попробовать. Мне, конечно, кажется, я уже оборзел, я слишком много делаю рисковых апгрейдов, но вроде как... не заходит, сука, ну вот это было близко. Так, ладно, если попробовать Баленсиагу, 3 штучки на 6000 рублей, быстро, чисто в конце, почти улыном. Ну дерьмо падает, 5100, ну еще 3. Вот, вот, перчаточки, это уже хорошо, 8900, еще 3, коалиция, еще перчатки, 12000, у нас на балике 15162 рубля, и я предлагаю на этой прекраснейшей ноте заканчивать ролик. Ну, его нахрен, пора успокаиваться, мы сегодня подняли плюс 10000, я считаю, это отличный результат, ну и вот на этом лучше и будем заканчивать. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод НКЛР и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится, депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1400, вы со старт будьте в хорошем плюсе. Также не забывайте, если вы регаете по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. И про бонусы тоже не забывайте, 12 рублей на халяву можно забрать. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такое видео 100% можно, плюс десятку за ролик, пацаны, ну за это, ну вот только за это уже можно и лайк, и подписку, и комментарий оформить. Все, парни, всем удачи, всех люблю.